Света! Свет! Стой! Стой! Алексей Сергеевич звонил? Он уже... Ну что случилось? Из аэропорта все нормально. Оля, а ты не помнишь, куда я телефон свой положила? Телефон? А, телефон у тебя. А, господи. Лёше будешь звонить? Ага. Дай. Не могу, у меня руки трясутся. Может, полковнику позвонить, а? Пусть совет собирает. Алло, Лёшечка, привет. Ну, как ты? Ты завтракал? Да нет, ничего, все нормально. Ничего, все нормально. Слушай, знаешь, у нас тут мой самолет взорвался. Нет, я хотела взлетать, потом меня Ольга позвала, я к ней навстречу вышла, а он в этот момент и взорвался. Милицию вызвали и едут, сказали, будут с минуты на минуту. Но сначала наши ребята тушили, а потом пожарные приехали. Дай мне. Нет, Лёша, я сегодня не поеду, я боюсь. Ну что, я боюсь, вдруг они и машину заминировали. Все, Лёш, я здесь переночую. Ладно. Он что, едет к нам? Успели. Я потом подошла сразу. Мой муж приехал. Лёш, ну наконец-то. Я ну, здравствуй, не знала, что делать. Ну все, 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 все. Да так. Вот и Катя. Привет. Привет, Карпыч. Ну как ты? Карпыч, заберешь ли что-то? Привет, здравствуйте. Добрый день. Моя фамилия Усманов, Бахтияр Абдуллахопович. Мы можем с вами поговорить? Даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте рассуждать вместе, Алексей Сергеевич. Ну, давайте попробуем. Во-первых, жена ваша родилась в рубашке, это факт неоспоримый. Во-вторых, если криминалистическая экспертиза установит факт подрыва, то скажу вам, вы кому-то помешали. Признавайтесь честно, перешли дорогу в бизнесе? Со всеми, с кем я работаю и дружу, у меня выстраиваются очень ровные отношения. За последнее время никаких инцидентов не происходило. Понятно. Вы меня извините, но в случае гибели вашей супруги кто-нибудь может рассчитывать на часть ее имущества? Наследника мы только ждем, а сестер и братьев у Света не было никогда. Нет? Понятно. Мне Ольга Михайловна говорила, что 2 года назад вам угрожали физической расправой. Какая там расправа? Хулиганье местное. Ничего серьезного. Угу. Шамаев. Говорит вам что-нибудь эта фамилия? Шамаев. Александр Шамаев, да. Нет. Нет. Хорошо. Можете мне оставить свои координаты? С удовольствием. Пишу. Thank you.
Привет, Катька. Привет. Ну как твои дефекты фикции? Ну-ка покажи, покажи. Шла Саша по шоссе, сосала что? Сушку. Ну не расстраивайся, скоро снимут. Куда намылился с утра пораньше? Так я к бабушке с дедушкой, туда и обратно. Катя, давай не сегодня. Ну чего? Я тебя завтра сам отвезу. Ну почему? Я так соскучилась. Ну пожалуйста, я целый месяц их не видела. Ну, Леша, ну у меня столько новостей. Мне на кусочки разрывает. Я хочу им рассказать, что ты станешь папой. А они про бабушку и про дедушку. Ну пожалуйста. Катюша, я запрещаю тебе выходить даже за территорию усадьбы. Ну при чем здесь я или бабушка с дедушкой? Ну они же обидятся, мы же все равно уже сюда приехали. Лёшка, ну я же уже не маленькая. Катя, ты прекрасно знаешь, когда я шучу, а когда нет. Я сказал нет, значит нет. Какие еще вопросы? Никаких. Ну никаких, значит, никаких. Ну скажи своим оболтусам, чтобы они меня отвезли на своей машине, раз боишься так. Вот так всегда. Спасибо большое. Ну ладно. Я сказал, хорошо. Спасибо! Ты у меня самый-самый-самый. Только недолго. Хорошо, обещаю. Туда и обратно. Ну, давай, посторонись. Что ж, тебе не спится-то, Карпыч? В такую рань ты уже на ногах. Это вы в городе можете спать сколько угодно. Пойди, объясни лошадкам, какие прекрасные сны у вас. Не поймут. Что верно, то верно. Слушай, Карпыч, оседлал бы мне какого-нибудь не слишком ретивого? Хочу проехаться, воздухом подышать. Ну, а почему бы и нет? Окей? А то. А давай подсоблю, Карпыч. Да ладно! Я поехала. Муа. Давай. Угу. Наш уговор ты помнишь, да? Yes, sir. В 9:00 вечерняя проверка, в 10:00 отбой, правильно? Абсолютно точно. Старым привет передавай. Окей. Я вчерашний мне звук. Хорошо. Понятно? Пока. Пока-пока. Карпыч, ты никак уснул там. А ну, принимай коня. Ты чего, Карпыч? Что случилось? Чего ты молчишь, Карпыч? Со Светой что-то? Со Светой все нормально. Карпыч, да не тяни ты, рассказывай, что случилось. Ну, говори, что случилось здесь без меня? Со Светой все нормально. А вот кому мои лошадки... Что лошадки? Помешали. Где Карпыч? Там манеж. Иди сам, я второй раз не выдержу. Ветеринара вызвал. Говорит,
транквилизаторы подсыпали. Подержи. Эх, ты мой хороший, мой милый дружок мой. Да. Здорово, Васильич. Васильич, отменяй встречу, я не приеду. Такие у меня тут обстоятельства. Да не пытайся ты меня уговаривать. Слышишь меня? Я все понимаю, но и ты меня пойми, я не могу приехать. По обстоятельствам непреодолимой силы. Или чёрт где? Пошла полковнику своему звонить. Тихо. Васильич, слушай, я скажу, у нас там все в порядке? Ну, я имею в виду, никаких ЧП, происшествий. Ну, слава богу. Да, давай, разгребем. Давай, пока. Господи, лошадей-то за что? Понятно. 70-75 здесь. Леша, Лешечка, господи, кто же это мог сделать? Это же не люди. Не это волнуйся, звери Светочка. Какие-то. Света, тебе нельзя. Алексей Сергеевич, я бы тоже с вами хотел переговорить в неформальной обстановке. Оля, вы не могли бы отвезти Свету наверх? Может быть, успокоительное нашли бы? Ну, во-первых, ей ничего успокоительного, кроме мяты с ромашкой, нельзя. И заварю. А во-вторых... Здравствуйте, Алексей Сергеевич, с приездом. Пойдем. Пойдем. Спасибо. Возьми себя в руки. Да что тебе же нельзя, это такое? Тебе нельзя нервничать. Успокойся, успокойся. Извините. Ничего, пожалуйста. О. 8 лет пытаюсь бросить. Вот. Но тут на последнем задержании вообще думал Богу душу. А там 2,5 дня не курил. А вот увидел это и опять. Да. Невеселая картинка. Вы хотели спросить что-то у меня? Да. Помните, я вас спрашивал про Шамаева? Да, конечно. Ну вот вы сказали, что не знали такого. Нет, фамилия незнакомая. Я бы вспомнил. У меня память хорошая. А Ольга Михайловна мне подтвердила, что Шамаев был одним из соучредителей одной из фирм вашей супруги Светланы Наумовой. А, Шурик-Шнурик, что ли? Да, был такой. Надо же, я даже не думал, что жизнь меня снова сведет с этим типом. Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Да тут особо нечего рассказывать. Это было 2 года назад, здесь же, в этом лесу. Я переселился в сторожку лесника. Работа, знаете как, достанет везде. Интернет, мобильная связь. А тут ни того, ни другого, поэтому отпуск здесь проводить лучше всего. Я так люблю. Кто-то в Европу, кто-то на тропические острова, а мне по душе вот глушь. Отдыхаю от себя и от всех. Правда, как оказалось, и здесь не всегда спокойно. Да это раньше все. Алкоголики, да тунеядцы, а
Теперь в основном беспредельщики. Времена меняются. Ну, дальше. Ну, дальше что? Работал здесь лесником, потом здесь же познакомился с Светланой. Шурик этот работал у Светланы в ферме. Какие-то вид на нее имел. В общем, я ему как козь в горле стал. Решил действовать, прислал каких-то парней, сначала побугать. А суток через трое они пришли уже при ножах и пистолетах. Вот как? Вот так. Ну и чем все закончилось? Да. Пришлось пальнуть пару раз картечью. Они рассосались по кустам. Только нервы попортили и сестренку напугали. А вы с оружием в нормальных отношениях, да? Да нет никаких отношений. Институт, военная кафедра, плановые стрельбы и все. Хотя как-то раз пришлось бизнес защищать. Тогда времена такие были. Понятно. И после этого случая вы с Шамаевым больше не встречались, да? Нет. Ольга Михайловна посадила его за финансовую махинацию. И вообще, как я понимаю, это было 2 года назад. Он, в принципе, должен еще сидеть. Скажите, а вы, ну, то, что вы про Шамаева спрашиваете, вы подозреваете его? Работа у меня такая. Проверять все возможные версии всех подозреваемых. Кстати, взрыв самолета мог быть связан с техническими неполадками. Вы не смотрите так, такое случается. Скажите, охрана у вас есть? Ну да, положено по статусу. Вот передайте тем, кому положено по статусу, чтобы глаз не спускали с ваших близких. А еще лучше забирайте своих женщин и уезжайте в город, так будет спокойнее. Ну, я, собственно, так распорядился. Мы сегодня день отдыхаем, а завтра обратно в город. Знаете, чем быстрее, тем лучше. Я не исключаю возможности третьего нападения. Я извиняюсь, я, конечно, может быть, и глупо сейчас скажу, но мне кажется, я должен… Вам, если помощь какая нужна… Нет, поймите меня правильно. Интернет, мобильная связь, бумажки, в конце концов, вам протоколы выписывать, то обращайтесь. Вы сейчас глупость, конечно, сказали, но спасибо, Алексей Сергеевич. В случае чего я обращусь. Спасибо вам, товарищ майор. Спасибо. Капитан. Последний раз со Светой летали в свадебное путешествие. Так он и все. Дома сидит. А ты как же? Каникулы все-таки. Каникулы. Мы со Светой, конечно, хотели в Венецию съездить. Но она не настроена как-то без Лешки. Вот. А я бы, конечно, хотела на гондолах покататься. На гондолах? Ну, дед, это такая лодка. Узкая, длинная. Ну, в общем, если съездим, я вам все привезу, покажу. Фотографии и… Слушай, а они не собираются там ребеночка заводить? Света с Лешей? Собираются. Бабушка, ну ты, как всегда, честное слово. Я тут речь приготовила. Думаю, сейчас приду, расскажу. Ой, речь она приготовила. Да вас не слышно и не видно никого. Дед, ну совсем же забыли нас. Да. Ну, сколько вот? 3 месяца не видели никого. Да, где-то так. Ну, ба, ну… Ну, чё, ба? Ну, правильно баба говорит. Лёшка-то где? А? Небось, вместе приехали? Угу. Вон его молодцы, ворота стерегут. Если завтра не придет, передай. Обижусь на него. Ну, дед, ну, дед, ну, ну не может он. Он за Светой смотрит. Вы что, не знаете, что вчера случилось в усадьбе? А что случилось? Нет. Проболталась. Все. Что? Теперь Лёша со мной неделю разговаривать не будет. А все вы расскажи, да покажи. Ой, ну ладно, ладно. Не хочешь рассказывать, не надо, ладно.
Слава богу, все живы-здоровы. Да живы, живы. Только Света испугалась, а у нее 9 недель, и Лёшка переживает теперь. Так что произошло все-таки? Что? Да погоди, ты старый. Пристал к ребенку. Ну, рассказывай. Что? Ну, рассказывай, внученька. У врача были. Он сказал, кто будет. Слушай, там же сейчас, говорят, такая техника у них. Угу. Прямо вот сразу просветят, и на телевизоре видно, мальчик да, или да, девочка. Да, УЗИ называется, бабушка. Но у Светы еще срок очень маленький, поэтому не видно, мальчик или девочка. Рано еще. Ой, счастье-то какое. Правнука бы повидать. Слышь, а живут-то как они? Дружно? Дружно. Ну, правда, Лёшка на работе постоянно. А вот недавно, позавчера, заваливается домой, вот такенный букет цветов. Оказывается, 2 года, как они познакомились со Светой. Вот молодец. Вот молодец. Молодец. Работа, работа, я все помню. Не то, что мой Никитич. А что? А что? С днем рождения в этом году. Забыл меня поздравить. А что? Деда. Я ничего. С Новым годом поздравил? Поздравил. А на Пасху? И все. С Новым годом поздравил. Натащил полон дом снегу. И я потом час вымакивала с пола. Это снеговичок был. Я ж как лучше хотел. Чтобы к нам в дом зима пришла, чтобы веселее было. Вот. Он этого снеговичка за печкой спрятал. Ну. Еще рубашкой старой накрыл. Это для сюрприза. Чтоб нежданно-негаданно. Оп! А у нас в доме снеговичок живой. Я пока на стол собрала. Представляешь, какой у меня сюрприз. Посреди хаты был. А я ж как лучше хотел. А ты так долго у печки возилась, что он и истек. Да, конечно. Да. Я возилась, а ты на диване лежал. Ну, не ссорьтесь. Перестаньте. Да, мы с тобой не ссоримся. Мы не ссоримся. Так, ворчим по-стариковски. О, кушай, кушай. Ты про себя лучше расскажи. Как там институт? 2-й курс тяжело, наверное? Ну, в принципе, да. Ну, интересно. Мальчики, небось, заглядываются, а? Наша песня хороша, начинай сначала. Ну, чё вы всё об одном, да об одном? А и чё? Куда мне теперь с мальчиками? Вот она какая я. Красавица. А я думал, это мода у вас, молодых такая. Ох, ничего себе мода. Модницу нашли. Не, а на что это тебе тогда вот этот полный рот железа? Бабушка, это брекеты называются. Чего? Брекет. Вот я сейчас поставлю, у меня зубки выровняются, а потом один к одному расти будут. Ну, а потом и про мальчиков можно подумать. Да? Так, давай, старая, неси-ка сюда чаек погорячее. Ладно, вот. Сейчас. Будем твои пироги пробовать. Сейчас, сейчас, да. Да. Угощайся, угощайся. Пей, сейчас горяченького чайку принесут. Пей. Вот вы где. Ну, а я вас ищу-то. Ну что, решили все-таки в город? Да. Ну да, а чего судьбу-то испытывать? В город. Жаль. Жаль. Я своего полковника уже по стойке смирно поставила. Думала, что мы будем отстреливаться, как говорят, до последнего патрона. Слушай, ты со своим полковником нам уже все уши прожужжала. Только я что-то ни вертолетов, ни артиллерии не вижу. Светочка, он полковник, он не генерал. Вот, ему нужно все согласовывать с вышестоящим начальством. Нужно указать направление. Так что боеприпасы, в конце концов, просто так тоже не выдаются. Оля, послушай, ты только не вздумай здесь одна оставаться, ладно? Мы когда двинемся, ты сразу же за нами. Светик, после всего, что я тут увидела и пережила, меня уже сложно чем-либо испугать и удивить. Так что я останусь здесь сторожить. Ну и потом, на кого же я Карпыча-то оставлю? Ух ты! Вот тебе раз, а? Что? А полковник? Что полковник? Полковник получает сегодня наряд не очереди, потому что домработница укатила с внуками на море. Так вот он пусть вместо нее постоит на кухне, покашеварит. Пусть делает генеральную уборочку. В конце концов, раз в жизни проверит у сына уроки. Угу. Видишь, какая жестокость? Несчастный полковник. За что? За что? 7 часов назад я позвонила ему с воплем о помощи. Где эта помощь? Вот где она? Нету. Тишина.
Да оставь ты в покое бедного мужика. Он у тебя человек подневольный, казенный. Это же не его частный бизнес, он на государственной службе. Алексей Сергеевич. Да. Вот армия призвана кого защищать? Ну, кого? Ну, у вас у самой должен быть ответ. Ну, у меня есть ответ. Правильно, свой народ. А я и есть вот тот самый, что ни на есть, любимый народ. Слушайте, а что-то я Катюшу давно не вижу. А где она? Она к Никитичу поехала, в деревню. В 9 обещала вернуться. Уже 11. Ты что, ее одну отпустил? Да нет, вообще она поехала с ребятами моими. С какими? С Мишкой и Славкой? Да. Они уже 2 часа как у ворот ушиваются. Я сейчас. Эй, бойцы! Ну что, Оль, господа, простите, что ветеринар сказал? Счастье, что остальные на пастбище были. Я его попросила остаться на несколько дней. Где Катя? Он согласился. Я спрашиваю, где Катя? Что было сказано? Ты думаешь, поскольку она должна была уйти? Это Шурик? Что происходит? Не знаю. Что вы молчите, я спрашиваю? Слишком быстро и слишком грубо. Какие еще есть предположения? Приедьте в Москву оба. Можете начинать искать себе новую работу. Понятно? Присмотрюсь к персоналу. Я все сказал. Нанимали много новых весной. Вернемся в город, всех поваляя к чертовой матери. О! Гениально сказано! Вот! Так ты выяснил, где Катя? У Никитича осталось ночевать. Хотя я категорически запрещал это. Ну, но все нормально. Нет, ненормально. Ненормально, потому что здоровые лбы уже 2 часа ходят по усадьбе, в то время как шеф ничего не знает о том, где его сестра и что с ней происходит. Да успокойся ты, господи, не хватало еще, чтобы ты равновесие потерял. Да какое здесь равновесие, к черту? Все правильно. Я считаю, что мужчина должен быть в ответе за своих женщин. Во, золотые слова. Я сейчас их процитирую полковнику. Пусть знает. Господи, бедный твой полковник. Спокойной ночи. Спокойной ночи! Василий! Ты спишь, что ли? Потрясающе! Алексей Сергеевич! Алексей Сергеевич! Тут очень странное письмо вам принесли. Без штампа, без обратного адреса. А что не здороваешься-то? Вроде не виделись сегодня. Привет. Здрасте. Так и было распечатано? Я не читала, это охрана. А камеры наружного слежения? Да, зафиксировали. Вроде молодой человек, рост выше среднего, в капюшоне. Вот. Но лица не видно, все время спиной. Такое ощущение, что знал, где камеры расположены. Что там? Что? Ничего хорошего. Скажи ребятам, пусть готовят джип. Я буду через полчаса. Хорошо. Да. Хорошо. А, ой. Ой, господи, зачем я их напялила? Дура. Как улов, Карпыч? Андреевна, привет. Слышал, в город собрались. Да, собирались, Карпыч. Только Леша почему-то час назад уехал в деревню. Я не знаю, то ли письмо какое-то получил, или Оля что-то перепутала. Ну что, а я хотел его с собой зацепить. Да пожалел. Человек намаялся за весь день. Спит без задних ног. А может быть, его на вечерний забрать? Лёшка-то, а? Ну, если не уедем, я с вами сама с удовольствием поеду. Ну, может, в городе безопаснее. Ой, не знаю, Карпыч. Утром проснулась. Такая здесь благодать. Кажется, все, что вчера было, это дурной сон. Ну, останься. У меня для тебя радостная весть. 2 лошадки уже поднялись. Ну, слава богу. Господи, а то я даже заходить туда боялась. Ну, ты в последнее время совсем раскисла. Ну, придет, уйдет. Ты же всегда у нас такая была. Ух. Да, только не сейчас. Будущим мамам обязательно нужен свежий воздух. Так что я тебя приглашаю на озеро. Составишь компанию старику?
Слушай, ну, может, хватит себя стариком называть? Тебя, между прочим, если правильно поставить, ты еще ого-го какого дрозда можешь ждать. Недаром же Ольга тобой своего полковника стращает. И что? Ну что, не знаю. Наверное, виды на тебя имеет. Ну да. Ладно, я отнесу на кухню. На обед уха будет. А вечером можно на углях запечь. О, добыча моя! Ну что, рыбку ловите? Да, отдыхаем. Понял, Алексей Сергеевич, я сам. Оружие сдать. До города добирайтесь, как хотите. Уволены. Оба! Во, попали, блин. Ну. Через полчаса за вами будет машина. Ага. С ней машина сопровождения. Начальника службы безопасности зовут Борис Евгеньевич. Опа. Все новые, что ли? Ну, типа того. Алёш, ну не молчи, а. Ты можешь нам с Ольгой сказать, что написано в этом письме? Алексей Сергеевич, ну, я понимаю, я вам никто, но Светлана ваша супруга. И вы должны нам дать объяснение. Это ничего не изменит. Ровным счетом. Наберитесь терпения. Я вернусь через несколько дней и все расскажу. А сейчас, пожалуйста. Оля, помогите Свете собраться. Так, я сразу говорю тебе нет. Я без тебя никуда не поеду, Леша. Тебе нельзя нервничать. Никуда не поеду. Успокойся, я тебя прошу. Алексей Сергеевич, это неправильно. Вы обязаны нам дать объяснение в сложившейся ситуации. Я хочу, чтобы все понимали, что в сложившейся ситуации есть только одно необходимое требование. Чтобы через 15 минут вашего духу здесь не было. Все понятно? Так вот, это ваша супруга. Будь орите на нее. Я, слава богу, работаю у вас по контракту, я не обязана выполнять дурацкие приказания. Я тоже не собираюсь выполнять твои дурацкие приказы. А можно вас спросить кое о чем? Да, пожалуйста. Какого черта вы постоянно лезете не в свои дела? А почему вот чего вы суете свой нос не в свои дела? Это мои дела. Это абсолютно мои дела. Перестань так с Ольгой разговаривать. Ничего, я привыкла. Не обижайся на него. Господи, как вы мне надоели. Ничего, я привыкла. Оль, ну не обижайся ты на него, он сгоряча. Вот, читайте. Читайте. Ты, наверное, уже догадался, что твоя сестра не добралась домой вовремя. Ты озадачен? Это меня радует. Значит, сговоримся. Так вот, козел, деньги мне от тебя не нужны. Я хочу видеть тебя одного сегодня, не позднее двух, на развилке 87-го участка лесхоза. Жду с нетерпением, предвкушая, как ты на карачках будешь просить у меня прощения, чтобы я оставил тебя в живых. Приведешь с собой ментов или еще кого-нибудь. Можешь сразу заказать панихиду по своей сестре, так, любимой Алёша, жене, Господи. Я тебя никуда не отпускаю, ты слышишь? Прилечала. Ты никуда не поедешь. Теперь прилечала. Алексей, ну. Это неправильно. Ну, неправильно. Ну, куда вы сейчас вот куда-то сорветесь? Не надо. Здесь не нужна спешка. Абсолютно. Может, договоримся с полковником? Боже мой. С каким полковником? Советы какого полковника мне помогут сейчас? Ты понимаешь, это мое дело. И главное, что мне нужно от вас сейчас, это чтобы вас здесь не было. И что, когда я пойду на встречу с этим уродом, чтобы я чувствовал себя увереннее, понимаете? Алексей, пожалуйста, возьмите меня с собой. Ну, пожалуйста. Возьми, ну, пожалуйста, подожди. Возьмите меня с собой. Я не серьезная угроза. Я женщина. Но мы вместе сможем постоять здесь. Это не серьезная угроза. Ты совсем сумасшедшая, да? Нет, Оля. Спасибо вам. Разговор окончен. О, Господи, что я несу? Алёша!
И ты не поехала? Конечно, не поехала. Куда я без него поеду? А эти новые сторожить приехали? Да, Леша новых вызвал. Вместо тех идиотов, которые Катю упустили. Ну, Андреевна, милая, у тебя сегодня весь день глаза на мокром месте. Не могу я без него, Карпыч. Даже дня прожить без него не могу. Понимаю. Все понимаю. Лошади вон и те понимают, а люди порой нет. Мне кажется, я за него готова любому горло перегрызть. Андреевна, ты уже не девочка в ситцевом платьице. Ты ждешь ребеночка. Не бабское это дело, извини меня, горло грызть. А Жанна д'Арк? Ну, тоже мне сказал Жанна д'Арк. Ну, у нее, может быть, свои амбиции были. Она, может быть, любила командовать мужиками, а может быть, она и сама была мужиком. Ну, конечно. Жанна д'Арк была мужиком. Значит, любила командовать мужиками. Нет, ну а ты посмотри, как наша Ольга разговаривает по телефону со своим полковником. Как она говорит? Как генерал. А-а-а. Полковника, между прочим, зовут Васей. Василий Семенович. Ну, мы о Жанне д'Арк. Она генералом была. Это мы просто тут с Карпычем про Жанну д'Арк разговаривали, а он мне о моем родительском долге стал напоминать. А он что, сомневается, что мы можем постоять за своих мужиков, что ли? О, сумеете, сумеете. В этом я уверен. Вот лет 20 назад, если бы мне вот такая попалась, сейчас бы внуков нянчил. Смотри на него. Кстати, Карпыч, я ведь тебя с детства знаю, а ведь ты, по большому счету, никогда ничего о себе не рассказывал. Ну, о жизни своей. Вот, по-моему, пришло время, когда мы, наконец, услышим объяснение, откуда у Карпыча такой аристократический акцент. Ну, жил, работал, отслужил армию, приехал сюда. Не-не-не-не-не. Это вот все напишешь в анкете выезда за рубеж. А нам, пожалуйста, все в лицах подробно. Кто мама, где папа работал? Ну, давай-давай, колись. Ну, вы что, это что, допрос? А, я бы сказала, допрос с пристрастием. Ну? Команда сдавам за равным. Ты посмотри, опять уходит от ответа. Че смотришь? Че, нельзя, что ли? Нельзя. Отвернись давай. Слушай, зачем ты это делаешь с собой, а? Какое тебе дело? Да жалко тебя просто. Молодой, красивый. Жалостливая нашлась. Жалостливая. Жалей себя. Ясно? Да и зачем так? Я что, сказала что-то плохое, чтобы со мной так? Понаграбастали, построили себе дачи, машины, деньги, 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 грабастаете! Ненавижу вас! Не а чем я хуже? Чем я хуже, я тебя спрашиваю, чем я хуже? У меня такие же руки, ноги у меня есть. Чем я хуже? Что это, только у меня родителей нет таких богатых, которые подарочки бы носили всем. Но я в этом не виновата же. Не ты, так твой брат. Алёша тебе чего сделал? Ничего он мне не сделал. Он мне лично ничего не сделал. Но вот такие, как он, всё мне испортили, всю жизнь. Да ты ничего не знаешь. Слышишь, ничего не знаешь. И не имеешь никакого права его обвинять. Я всё вижу. Глазами своими вижу. Ничего ты не видишь. Ты давно уже закрыл глаза на всё. Они у тебя добрые и красивые, между прочим. Красивые. Добрый. Эх ты. Где? Где родился? О, Алексей вернулся. Батюшки, газ. Красавица, а где хозяин? Что случилось? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, 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 тихо. Спокойно. О, Господи, что это? Что это, Господи? Андреевна, это еще не значит, что с ним что-то случилось. Ну что ты паникуешь? Ну всякое могло быть. Ну что ты? Может быть, лошадь поранилась. Карпа, сейчас смотри ее.
Может быть, это, ну, не его, а может быть, он кого-нибудь. Карпыч, посмотри. Вы что, с ума сошли? Вы что, надо мной издеваетесь? Что вы мне сказки рассказываете? Так, Карпыч, собирайся, поехали его искать. Я тебя никуда не отпущу. Вот так вот. Андреевна, ну, куда на ночь глядя? Ну, там и днем трудно, а ночью мыкаться, ну... Карпыч, быстро неси ружье. Зачем? Зачем тебе ружье? Зачем оно тебе? Ружье и патроны. Лучше, если это будет картечь. На крупного зверя, понимаешь? На какого зверя? На дикого зверя, на человека! Я тебя никуда не отпущу. Оля, я тебе не буду сейчас ничего объяснять. У меня на это просто нет времени, понимаешь? Но если бы с твоим полковником произошла такая же ситуация, я не думаю, что ты бы сидела, сложа руки. Я бы не сидела. Я поступила бы точно так же, как и ты. Вот. Не дай бог. Но я тебя одну никуда не отпущу. Я тебе уже сказала. И можешь драться со мной. И потом, я не понимаю, что ты там увидишь. Сейчас ночь. Что ты в лесу увидишь ночь? Я предлагаю завтра с утра мы вместе с тобой идем на поиски Алексея Сергеевича. Такой интеллигентной экспедиции на участок номер 87. Я не знаю, где этот участок. Ты знаешь, где он находится? Нет, не знаю, но я его найду. Ты найдешь, да? Где ты его? Вот ты его будешь искать. Надо взять человека, который знает все кости и тропы. Надо взять Никитича. Какого Никитича? Он еле ходит, он старый совсем, он не выдержит. Вот, патронов штук 20. О, смотри, мужчина хоть куда. Ну, насчет хоть куда, это вам виднее. В лес ходил, на охоту, а там без карты. Посмотри, как прорвало его, а? Вот когда тебя спрашиваешь, вот слово из тебя клещами не вытащишь. А сейчас прямо... Ты знаешь, как добраться до 87-го участка, а? А зачем он вам? 2 часа верхом. Верхом нельзя, только на джипе. Какой верхом? У нас лошадей нет, посмотри, все на карантине. Оля, на джипе. Куда? Джип не пройдет. Пешком сколько? Пешком 4 часа с передышкой. Отлично. Карпыч, послушай, давай подумаем сейчас. Какой дорогой Алексей мог добираться до этого 87-го участка? Через просеку, мимо озера. Куда? Карпыч, собирайся, поехали. Куда? Куда? Ну, куда? Ну, куда? Скажи, куда? Ну, ну скажи! Андреевна, ну куда сейчас на ночь глядя? Ну, там мы днем, а ночью мы там мыкаться будем. А утром мы с тобой не бойцы. Пойди, выспись, отдохни. А солнышко как утром зайдет, так и пойдем. Ну меня не слышишь. Ну послушай, умного человека. Ну послушай, ну я прошу тебя. Ладно, хорошо. Завтра так завтра. Слава богу, дай я тебя поцелую. Дай сюда. Я пошла собираться. Оля, подожди. Да. Ты остаешься здесь. Как? Рано утром. Звони следователю, пусть приедет. Отдай ему письмо, расскажи все, о чем знаешь. Потом звони полковнику, вызывайте подкрепление, прочесывайте лес, машины, вертолеты. Оля, я умоляю тебя, сделай все, что сможешь. Нет, а... А почему я все время... в тени событий, а? Подруга называется... Никакого доверия. Я ей все доверяю. Есть хочешь? Я? Не знаю. Мне бы водички. Это легко. Все? Угу. Слушай, у меня руки затекли. На жалость даешь? Да не давлю, я просто пальцев уже не чувствую. Не развяжу. Ну, смешной ты. Кормить тоже с руки будешь?
Кормить? Нет. Ну кто ты мне такая, чтобы тебя кормить еще? Пленница. Ни надежды, ни сострадания. Это про что? Не про что, а про кого. Это из Анны Карениной. Та, которая под поезд бросилась? Угу. Слыхали. У нее была красивая, но несчастная любовь. А ты тут при чем? А может, у меня тоже любовь? Может, меня кто-то ждет там, а я здесь, в заброшенном сарае, со связанными руками? На жалость не дави. Да не давлю я. Ну, куда я отсюда денусь? Действительно, куда ты отсюда денешься? Справа болото, слева не пролезть. До ближайшего населенного пункта километров 10. Тем более развязал бы. А я тебе на ужин что-нибудь приготовлю. Мне на ужин? Ну да. Что, правда? Настоящий ужин. Как семья. Ну что? Как насчет ужина? Ты знаешь, я бы с удовольствием. Но пацаны приедут. И что? Будут в непонятках. Не развяжу я тебя. А куда они уехали? Все тебе расскажи. По делам поехали. Выкуп за тебя требовать. Подожди, так это вы самолет взорвали? Развеются тени и уйдут незаметно с рассветом. И вчерашние хитросплетения убегут, пропадут, канут в лето. Наши сны и за собой сожгли мосты. Им обязательно нужны наши мечты. Они готовы нас распять. Их будоражит наша кровь, но им не суждено отнять нашу любовь. Нам по силам разобраться с любою бедою, потому что мы любим красиво, потому что я буду с тобою. Они украли наши сны и за собой сожгли мосты. Им обязательно нужны наши мечты. Они готовы нас распять. Их будоражит наша кровь, но им не суждено отнять нашу любовь. Сейчас бы корзиночку да по грибочке. Их тут под каждым кустом после вчерашнего дождичка. Не до грибочков сейчас. Господи, я в пеший поход лет 10 назад ходила. Карпыч, давай отдохнем немного, а? Давай.
Вот не поверишь. А я бы сейчас шел по лесу, шел, куда глаза глядят. Да, хорошо в лесу. Господи, как же я лето люблю. Летом какая-то надежда просыпается, вера в будущее. Это у вас, молодых, вера в будущее, а у нас, стариков, тишина и покой. Хватит брюзжать, а? Не помирать ли ты уже собрался? Я, Андрей, в своей жизни все сделал. А вернее, ничего не сделал. Разбередили вы меня вчера своими допросами. А ведь все верно, ничего у меня нет, ни дома, ни кола, ни двора, ни семьи. Карпыч, сейчас во всех газетах пишут и по телевизору постоянно говорят, что мужики в 70 лет еще ого-го. Так что вот закончится все это, вернемся домой, и я займусь твоим благоустройством. Ладно. Не вернусь я, не вернусь. Что значит не вернусь? Ты чего надумал? Да это вы, молодые, думаете. Старики чувствуют. Вот и я чувствую. Это что ж ты такое чувствуешь? Легко как-то. Хорошо. Летишь над землей, как птица. Везде, где ступаешь, травка поднимается, спина не болит. Голова ясная. Так может, это от воздуха? Может, и от свежего воздуха. Очевидно, здесь он спешился. Видно, коняга подустала. Обратно вернулась одна. Пойдем, пойдем. Быстрее пойдем, оно и ближе окажется.